шоу, то вас ждут сюрпризы, гости, конкурсы, подарки. Замечательным шампанским. Дедушка Мороз совершил совершенно правильный выстрел. Он наконец-то попал туда, куда ждал весь оркестр. Но вот эта бутылка шампанского все-таки достается Елене Кущи, концертмейстеру группы «Флейт». Ну, вам повезло с Новым годом. Естественно, мы начнем с музыки, которая связана с историей Нового года, с праздником, с ощущением чуда, волшебства, когда можно забыть обиды, когда можно помириться, когда можно начать новую жизнь. И для этого даже не обязательно обращаться к Господу Богу, нужно самому немножко постараться. Ну, а мы начинаем с праздничной, замечательной, веселой новогодней музыки. Иоганн Штраус, увертюра к оперетте «Летучая мышь».